Здравствуйте! Меня зовут Эрнестин, и сейчас я только говорю русский язык. Так, я уже вечера. Жон дома. Сегодня Джон и его гость. Он изучает русский журнал. Джон еще плохо понимает по-русски. Олег немного знает англичанин. Он часто работает вместе. Так, и все. До свидания. And I hope you enjoyed my circa 2006 hairstyle today. All right, have a good one. Пока-пока, and до свидания.